Да, города Геста. Да. Но он написал, но он вообще на юрист, он был министром юстиции, президентом государства, но потом стал известным как писатель. А в основном он писал о людях, которые совершили какие-то героические поступки или что-то они сделали без государства, на самом деле. Вот у него очень мощная помощь документальная, когда герой Советского Союза читать туда. Солдат на фронте, да. Вот и все. Современный фильм невозможно. Вот сейчас этот, он сейчас во главе партии. Да, главное, что у вас есть, а кто с нами в кортеже и журналисты поедет, я вам постараюсь. Ну опять? Ну вот он вместе с три партии объединились. Там Басил, например. Это привет, открывайтесь, я... А посмотрите тоже, что его сняли по его роману. Я не смогу. Абсолютно разбратная НКВБшница. Да, сейчас идет. Мордовороты. Я переключу. Нет, так просто. Ну, откуда они будут брать, допустим, то? Здесь самый старший был, 15 лет. Мишка отсюда. Мишка с фронта. Бородами, с бородами, с фронтом. И вот, чтобы не пехоту не забывали этих солдат, чтобы их не забывали. И еще самое главное, что они о чем говорили, когда уже пошли разговоры, там рассылки, чем никого нет говорить. Не рассылки. Мы свое народное государство. То государство, которое нам дало все. Поэтому вот эти разговоры. Сейчас он член КПР. Россия. Этот бугорок был, я в прошлый раз вам рассказывал, что бугорок, тут мы бегали мальчишками тут. Мы и не знали, что тут похоронят для человека. Тут потом наши отцы поговорили, что тут похоронят. Вот там застава была, вот тот был. Это солдаты похоронили. Вот там стали. Да, это солдаты похоронили. Это их привезли на косточку там. Привезли, начали потом. Вот. Ну, было тогда, вы знаете, вот на тот момент, когда Эмир Буханский сюда к нам в Душанбе прибыл, огромные басмачи никакие. 10 тысяч людей басмачей никакие.